Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 3 октября, год 2022, пригород города Бреста. Мой канал о фундуке для вас. Значит, для тех, кто интересуется фундуком, что-то хочет узнать. Вот что-то у меня спрашивают, и я вот как бы публично вам хочу ответить на ваши вопросы. Значит, по поводу, вот, как бы люди спрашивают, купили фундуки и вот не могут разобраться, как бы, вот буквально только что мужчина звонил по московскому рубину. Но вам вот хочу показать сорт вебоценный. Вот смотрите, как он выглядит, вот как орешки у него выглядят. Значит, это очень поздний сорт, у меня только позднее. Это Red Majestic, он еще висит. Значит, вот так вот выглядят орехи. То есть, кто купил, вот можете сравнить. Если у вас вот есть орешки, то они должны вот у нас на конец сентября вот так вот выглядеть. Вот вам видно, вот так они в плюске. Значит, у этих орехов вот такая вот плюска. Она больше ореха. И даже если вот здесь вот от величины ореха она треснула, то она все равно вот у нас, как бы, орешки отсюда не достаются, то есть не вытряхивается, видите? Вот такая вот форма ореха, смотрите. Вот орех красивый, это английская селекция, нам дают источники. Значит, в основном в Европе он как десертный считается, но по вкусовым качествам у меня все равно каталонский мне вкуснее. Если честно, я просто говорю за себя. Но есть обзоры, я видел, что люди считают, что он самый вкусный. Ну, скажем, на вкус и цвет товарища нет. Очень красивый орех. Вот, видите, он из плюски, надо будет его доставать руками. То есть, вот такая вот его формочка. То есть, такое вот донышко. Вот такой вот орех, напомню вам. Вебоценный, поздний, конец сентября или там вторая половина, в зависимости какой год. Ну, чтобы вы видели, могли сравнить. Ну, примерно в сухом виде 4 с чем-то грамма. Вот такой орех. Вот такая вот плюска у него. Если у вас плюска короткая, то у вас, друзья, что-то другое. Значит, еще попутно тоже пошел вопрос по поводу каталонского, барселонского. Ну вот опять напоминаю, смотрите, как выглядит вот каталонский. Вот одиночки как выглядят, потому что есть одиночки. Вот как они выглядят в плюске. То есть, вот, орех довольно-таки крупный, приличный. Значит, у него, чем он мне нравится, что у него орешки, вот видите, выпадают. Вот так вот красиво выпадают орешки. Вот такой вот красавец орех. Если потрясти, вот, видите, выпадает. Хотя вот они буквально еще в этом году поздние. Вот так вот выглядит орех. Вот видите, такой немножко остроконечный. Вот опять показываю обманчивость его. Видите, он может выглядеть и так. И многие будут считать, что это барселонский. Это не барселонский, это вот просто он вот так вот тоже выглядит. Это один и тот же орех. Только вот так вот. Видите, как он и такой есть, и такой. Чтобы вам просто было понятно. То есть, вот это может быть обманчиво. Вот так вот. Говорю, напомню, что вот он выглядит в плюске. Очень красивый, классный орех. Теперь по поводу тоже пошли вопросы. По поводу у нас трапезунда. Вот смотрите опять, как у нас выглядит трапезунд. Значит, трапезунд у нас не может быть могилевский, гомельский. Трапезунд крымский, друзья. Поэтому тоже, как бы, не заблуждайтесь, не ищите оправдания, то, что вы купили. Смотрите обзоры людей. Вот так вот должен выглядеть трапезунд. Но он тоже разный есть. Вот видите, и так он может выглядеть. Но у него вот такое вот отличие.
Кругленькие маленькие орешки – это не трапезунд. Уже тоже мне люди присылают, сталкиваюсь с этим. Вот крымский трапезунд. Вот так вот он выглядит. Ну вот, надеюсь, что это видео было полезное. Я вот его специально, чтобы орехи были, видели донышко, чтобы вы понимали, что если, значит, он на фотографии, тот, кто вам продает, то у него даже фотография не соответствует вот этому сорту, что он продает, ну то понятно тогда, что у него даже нет фотографии этого сорта. Друзья, всем успехов, до новых встреч в эфире!